Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам и Божие благословение. Поздравляю с праздником Вознесения Господня. Хочу исполнить одно из песнопений праздника «Светилен». О песнопении, которое поется после девятой песни канона, напев Киево-Печерской лавры, в годы моей ранней юности мы пели это песнопение с матушками, певчими, монахинями, старыми насельницами монастырей. Учеником зрящим тя вознеслося, еси Христе, ко Отцу соседя. Пред текуще зовяху, возьмите врата, возьмите. Царь Бог взыде к начальному свету славы. Предлагаю послушать причастен праздника Вознесения Господня «Взыди Бог воскликновении» маленький хоровой концерт, музыка Степана Аникиевича Дегтярева. Прозвучал причастный стих, то есть песнопение, которое поется во время причащения духовенства и прихожан. Музыка Дегтярева «Взыди Бог воскликновении». Прощаемся с вами до завтра. Мир вам и Божье благословение.